Кайога и сами шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Апатион. Так, мы, короче, так сказать, выдержали испытание бога алкоголя. И мы с вами продвигаемся куда-то дальше. Так, давайте я немного здесь еще полутаю, что вообще есть в городе, и отправимся куда-то. И отправимся куда-нибудь. Так, там есть вход. Вход куда? А, это не вход. Гора Олимп, говорят, нарушима. Вовеки обитель бессмертных. Ветры никогда не колеблются, не мочат водою. Тру и дождя не бывает там снега. Широкое небо, вечно без... заблачено, вечно сияние, свечание ясно. Там для благодарных богов наслаждения все дни протекают. Так, ну, в принципе, все. И мы с вами отправляемся в первую локацию. Булыжник. Лес Артемиды. Ну, погнали. А если, подожди, а если я камень возьму? Вдруг они просто так. Гой, попытаюсь камнем. А него я все равно лазить не могу уж с камнем, точно. Скорее всего, меня потом попросят просто принести камень. Поэтому пускай он пока тут полежит. Но оружия у меня много. Кинжалы, мечи. И все в таком духе. Найти лук Артемиды. Ладно, щит у меня пока что еще есть. Сразу, что у нас по карте? Фу-ху-ху, как много проходов. Так, отсюда мне так просто не попасть. Подожди, а что мне изделие? Нужно было изделие... Подожди, а что мне изделие? Смотрите, сестры, в лесу объявился новенький охотник. Пришел испытать себя в диких землях Артемиды. У тебя нет времени на простых людей, вызывающих над причинами охотниками, забывающих со своими игрушками. Иси. Станет самим свирепым зверем в природе. Связи великого волка, уничтожь ядовитую химеру. Прогони их похлебных сатиров, оскверняющих наше святилище. Докажи Артемиде, что ты достоин, и она сошлет тебя на свою милость. Понятно. Я вас понял. Окейшки, давайте тогда сделаем таким образом. Сейчас я отсюда иду в эту сторону, посмотрим, что там. Горные нимфы с грудями высокими вскормят младенца. Вскормлят младенца. Здесь обитают они на горе, на божественной этой. Род их особый, они не бессмертны, но также не смертны. Долгое время живут аврийские питания пищей. В хороводах прекрасных участвуют вместе с богами. С ними так только родятся они, появляются на свет... из многоплодной земли, на высоких горах, либо сосны, либо высокие дубы прекрасной зеленью пушной. Но наступает судьба, назначенный час умирания, и на корню засыхают деревья прекрасные, гибнет и отмирает кора, опадают зеленые ветви, в это же время и души тех нимф расстаются со светом.
Так, ну хил мне не нужен. Ты мидруша, да? Там можно было кулаком сломать. Мне кажется, здесь пока что в локации никаких врагов не будет, потому что это безопасная зона. Победите химеру, очистите святилище, убить ужасного волка. Ужасного волка мы убьем в конце. Дверь заперта. Ну, слушайте, олени на меня не нападают. Это хорошо. Мы идем за химерой. Ага. Тут еще что-то спрятано. Давайте. О! Пошли плохие волки, походу. Мана. Походу я залез не туда, куда мне надо. А чё на меня... А, я глупый. Думал я, это обычная локация. Теперь страдаю я здесь. От Гиплеона. А, ладно. Мне кажется, до болота еще слаб. Тихо, тихо, выплываем, выплываем, нужно сохраниться. F5. Я что не знаю, сколько я вообще смогу продержаться под водой, во-первых, и во-вторых, я не знаю, куда мне вообще идти. Если для меня будут врагами это вот эти, я сподохну. Пещера ведьмы. О, божечки мои. Это сложно, на меня оборотень напал. Он по факту и бить мне мог. Посетитель в моем скромном жилище. Ты явился за самыми услугами? За моими услугами. Давай, что у тебя вообще есть? Порошок волка. Пустые собачьи клыки, заполненные с... Свершейся. Кремний оленя вызывает верного волка с... 4 максимум? А, я типа вызываю себе волка. Порошок ястреба. Перья, разбитая скорлупа и жженая проса могут вызвать дух призрачных птиц. Рецепты... Тени. Закупированный туман смерти богини Архимы. Вдыхание дымчатых паров из этого флакона вызывает слиться с тьмой. Становится невидимым для большинства.
Флягоберег. Это рецепты. Имея консультации вкус жидкости металла, это мощный эликсир, быстро превращает кожу в железо. Ощущает период. Так, развитие скорлупы и жженная просто могут вызвать двух призрачных птиц. Что я могу сделать? Ну слушай, неуязвимость, это вообще-то неплохо. Это неплохо, на самом-то деле. Сигил некроманта. Спустя годы слепота гадания с... Сидя в кромешной мгле Тартара, я наконец-то узнал личность некроманта. Гвили. Новый он уже мертв. Будь проклят, Зевс и я сомневаюсь, что даже его улучшенные силы смогут провести его тень из подземного царства. Ну, она слепая, но я золото все равно возьму. Хотя это не так уж много. Так, ладно, восстановился хп. О, стой. Отмычки. Отмычки мне нужны. Мне показалось, она меня атаковать хотела. Ведь она реально хотела меня атаковать. Так, ладно, здесь мы все нашли, что я хотел. Я могу драться под водой. Подожди, я могу всплывать? Я не могу всплывать. Прикольно. Бля, а как? Это сложно? Думаете, это легко? Это ни хера не легко. Манать. Я могу только прыгать. Это единственное, как я могу, типа. А, блин, ладно. Полетел отсюда. Я правильно выбрал хотя бы дорогу? Просто меня эти волки как-то очень сильно смущают. Они просто... Жесть, какие сложные. Хватит плескаться, всю рыбу распугаешь. Все? Могу поклясться, что как-то видел плавающую старуху в озере, но я не рассматривал ее. Я уже ее нашел. Слушайте, блин, я не знаю. А куда вначале лучше выгоним мне идти?
Я ж этого как бы и не знаю. Типа, я могу пойти к Химере, но и в тот же момент эта чертова Химера меня может просто разнести. Ну просто, понимаете, с вами не рас... Да, пули в меня. Ненавижу. Я просто уже почему-то ненавижу эту игру в плане того, что она сложечна. А, враги респавнятся. Понимание. Я не хотел! Он опять упал! Он... Я... Идите в жопу. Слишком сложно. Можно врагов полегче? Я все-таки ж не в такую уж сложную игру играю. Если на меня каждый будет нападать, я умру, то, конечно же. Войдем в охотничий уголок. Я могу сделать так, я могу сделать так. Чтобы стать хорошим охотником, тебе нужны лишь верные стрелы и ловушки. Давай посмотрим, что у тебя есть. Медвежий капкан — это железная ловушка для ног, захлопывающая при касании. Ранее и замедляя злополученную жертву. 40 урон, нихера себе. Турель. Этот механизм, созданный Гермином, выпускает стрелы в любого, кто попадет слишком близко. Угу. Медвежий капкан. Взрывные кувшины. Мощная бомба, созданная из тщательно приготовленного регента. Турели. Боевые стрелы. Слушайте, а урон у стрел довольно большой. Но они и сами по себе дорогие. Ладно. Чисто на рецепты потрачусь. Так, мне нужно раз. Раз. 20. Ну, хотя бы у меня этот меч как-то очень долго ломается. Булава. Записки охотника. Записка охотника. Три легендарных создания по-прежнему избегают моих стрел. Золотой заяц, райская птица и слоновый олень. Артебина наградит великой удачей тех, у кого хватит умений поймать их. Меч Мидаса найден, принадлежащий проклятому королю золота. Это блестящий клинок, превращенный все, что касается, в сокровище. Враги оставляют золотые монеты при смерти. То есть, какой у него урон? Какой урон у этого меча? 20. Ну, типа, и не очень плохой, ну и не очень хороший. Пока. У торговцев можно воровать, и они ничего тебе не сделают. Так. Берем разгончик и полетели. Понимаю. На корабль. Правильно, на корабль падаем просто. Падаем на корабль. А давайте я все-таки попытаюсь вернуться. Подожди, это за вот этого оленя? Да, это за этого оленя говорили. Бля.
Но я его просто загоняю. Не, олень, тебе не убежать, сори. Он убегает. Он все продумал. Тихо. Зараза. Так, охотничий трофей добавлен в инвентарь. Отличная работа, охотник. Предъявили свою победу на вершине Дебри, дабы я узрел твое величие. Или ты... Так, или ты инфа. Из тех, что произвели рек, население, влажгрунта, луга, прекраснейшие рощи. Или из тех, кто на этой горе обитает прекрасный. Я для тех на холме, это всюду открыто для взоров. Жертвенник бывший воздух и будут на нем постоянно. Жертва тебе приносит многоясно. Многоясно. Давайте в следующий ним. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы изучаем. Эй, босяк, неужели на Олимпе нет других комнат? Если у тебя нет вина или сисек, проваливай. Я правильно понял, они все на меня загрятся? Ну просто они ко мне настроены враждебно. Только, ну вот эти, ладно. Кто это хотя бы? А, я должен очистить же, да? Ну, давайте копья. Сатиры потрясая к... Почему здесь такой текст? Космами и ветер стремятся делать то же, что делали бог Денёс перед ним, подвязанные бритой песнями прямо под плечи. Славу не возглашали вакхийским нестальным ладом. Яро топтали грозды, стопами переминая. Звия восхвалял и лона этого разговора. Короче, я не буду это читать, потому что, блядь, пиздец, я еще такое не видел. Ладно, я понял. А там уже один убит. Кинжал убийцы. Этот острый нож умертвит тех, кто этого не ожидает. Наносит 800% урона со спины. А у самого его урон 15. Нихера, слушайте, это больше... Это очень много. F5. Сохранить игру. Ладненько. Чего? Меня одним ударом приложили? Чего? Серьезно?
Сколько сломалось? Ремонтный набор. Ух ты, сколько брони дали. Но они с одного удара убивают. Это плохо. Но набор ремонтный можно использовать. Отлично. Мне, по сути, только нужно это все по-тихому сделать. Ладно, давайте я в эту часть потом приду. Хотя я могу просто все это дело пробежать, разломать все, что мне предлагают. А показывают уже, что ломается. Плюща на террасах копал сладкий мед. Бронишь ты Вакха, царь, но раз увидел все это, ты молился бы ему. Типа мне нужно... Ну да, ножей мне много. Не поспорим. F5. Он только в спину носит. Back off, brother! Тихо, он напал. Back off, brother. Okay. О, тихо. Хотя... Я правильно все делаю. Только какие-то звуки, конечно, стрёмные происходят. О, мне второй дали. Не, на самом деле эти кинжалы очень полезные. Кинжалы эти очень полезные. Нужно, чтобы он сюда подошел ко мне, и я ему в спину. Хуляк! Давай, давай. Бац. Буц, бац, бэм. Так, отлично. Итого. Тут что-то было? А там сундук, который мне может пригодиться. Стрелу мы забираем.
Эшки. Камни собираем. А что я типа выпускаю? Яд? F5. Ой, тихо. Смотрите, он ко мне не идет. Но он смотрит. Ну блин, у него щит. Типа, он не хочет, да, сюда смотреть? Все. Минус один кинжал. Копия никому не нужен. Я вижу его писюн. Ни хрена, он убежал. F5. Нет. Воу! Я был не готов. Минус меч. Ну ладно. Хотя нужно было его, наверное, починить. Он довольно прочный был. Если бы точнее, он вообще был самым прочным. Так. Давайте, наверное, еще зелье неуязвимости. Ну, типа, кому помешает бессмертие? Думаю, никому. Окей, мы выполнили. Мы выполнили здание. Да, если бы меня цепанули, было бы плохо. А теперь у меня вопрос. Могу ли я по-тихому теперь отсюда свалить? Мне как-то к этому сундуку нужно пробраться. Мне бы пробраться как-то к тому сундуку, но сейчас на меня еще эти налетят, да? Эй, все вино разлито. Кто из вас это сделал? Хорошо, что я туда не полез. Я сейчас бы столько проблем набрался. Серьезно? Ладно. Ну мы запомнили, что тут сундук есть. В какой-то степени это был босс. Ну только босс был в плане осторожно, либо убьют. Подожди, мне птицу надо споймать.
Так, отличная работа, охотник, предъявляй свою победу на вершине Гибрии. Спасибо. Не плевать, я как бы за особой дичью охочусь. Видите, он на меня не охрится, потому что он не видел то, что произошло. Вот они, допустим, охрились из-за того, что я напал. Ужасный волк. Подожди, это не то. А чё я с этим хожу? Иди сюда, молодой. Молодой. Ну против... У него тактика довольно простая. Подожди, он сейчас только что от меня убежал? Волк, ты охерел? Он от меня убегает. О, кролик. Подожди, волк. У меня сейчас кролик. Кролик, блядь. Все. Давай, волк. Теперь он от меня снова убегает. То я должен за ним бегать, то он от меня убегает. Да, стрельни в меня, приятель. А-а-а. Ну, я знаю, как с этим бороться. Слушай, он сюда же убежал? Легко и просто. Хорош. О. Какие-то нужны специальные ключи, которые даже не перевели. Войдите в болото. Дверь закрыта. Так, аж где я что еще не сделал? В принципе, мне нужно только победить Химеру, но мы сделаем это в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.